Совершенно без отопления, без угля. И никто обещались кому-то поддержку, и поддержки нет. Так как много детей больных, очень сложно. Представьте себе, она начала бахать, а я, это, сын пришел, а я... На земле лежу, но мама, ты лежишь. Чашка стоит, а ты вот лежишь на земле. Смотрю тебя. Не добьешься ничего. But you're alive. Мы сегодня скоро выжили. Мы не хотим войны, мы хотим, чтобы все хорошо было. Чтобы мир был на земле. It is a humanitarian crisis, and I stand with you and want to share with the people that they are not forgotten by the international community.